Вы смотрите отзыв об отеле Mandana Rental. Этот отзыв был оставлен на просторах интернет-путешественником с ником Крьюз, который был в нем в 2011 году. Физкульт-привет, дорогие друзья! Решил осветить отель в Малайзии, городке Куала-Лумпур, Mandan Yasin Pieni Rental. Попрошу не писать комменты за некачественные фото, по 12-часовому прилету мне было глубоко пофиг, зато память осталась. Фото в разделе «Фото отеля». Гостиница Mandan Rental в Куала-Лумпуре 5 звезд. Различные причуды в виде фитнес-центров, бассейна, разнообразного шведского стола на завтрак, нескольких разноплановых ресторанов. Ценник весьма демократичный, за наш, в общем-то, весьма неплохой номер, как оказалось позднее, мы отдали около знак доллара 300 сиутки, но поначалу мне было немного стрёмно, после посещения питерского отеля «Англитёр» в декабре 2010-го, всё хорошее остается в прикольном названии отеля, с ценником в 14 500 рублей за ночь, в котором из плюсов, свисающие с потолка третьехметровые обои салатового цвета, ушатанные кровати, а в ванной только туп, собственно, самой ванной, и слегка теплой водой. Мне показалось, что на название Mandan Rental рассчитывать не надо, а стоимость номера в 9000, на русские рупии, располагала на скорейший выезд из отеля в тот же вечер. Но все оказалось гораздо лучше. Я отвлекусь, но замечу, это просто пипец, что творится у нас в России с гостиницами. Откуда такие цены за такой ненавязчивый сервис? Я в шоке. 14 500 рупий и даже зубные щетки надо было специально сходить взять у горничной. Фитнес-центр не опишу, нафиг мне качать свое накачанное тело на отдыхе. Бассейн мы посещать не стали. Посмотрел на бассейн отеля из нашего окна. Вон бассейн у мандарина на улице. Ага. Стандартный набор, кретинические очковые ультрапрофессионалы и малохольные. Одни напялят плавательные очки и, не глядя, рассекают дорожку. А другие не соображают, по какой стороне дорожки плыть туда и по какой обратно. Поэтому бассейн посещать не стали. Сам номер хороший. Все есть, начиная от тех же зубных щеток и заканчивая целым набором путешественника. То есть в каждом номере обязательно лежит в кожаной папочке набор с нитками и иголками, открытками Куала-Лумпура, блокнотиками, рекламными буклетиками и прочим. Еще мне очень нравится смотреть местные модные журналы, они тоже в номере были. Для любителей пейзажей попрошу заметить, нам повезло. Вид из окна гостиницы открывался замечательный. На местный парк, на какой-то фонтан, а-ля как в Лас-Вегасе, только денег пожалели при постройке, и башни Петронас. А есть номера, из которых открывается кошмар. То есть рядом с мандарином строят большой небоскреб, и вот большие окна этих номеров выходят как раз на это строительство. Так что, чтобы не обломаться с видами города, заранее уточняйте, куда будут окна вашего номера выходить. Из обломов, дверь в ванную и туалет не закрывается. То есть там вторые створочки, которые закрываются как в шкафчике, но никаких замков нет. Не то что даже это облом большой, скорее как-то непривычно для европейца. И так во всех номерах. Персонал нормальный. Я бы не сказал, что прямо-таки расплываются в улыбке, как мои любимые япоши, при виде вас, но несколько улыбок от них мы поймали. Надеюсь, что портье на входе улыбался мне не зазывной улыбкой. Бы. Еще понравилось, что горничных не было видно, а номер убирали исправно. До Петронасов, рукой подать. А вот ежели вы собираетесь посетить переход между башнями, то лучше выбирайте для этого только утреннее время, так как позднее экскурсоводы нажираются местной выпивки и становятся неконтролируемыми. Мы с любимой, с утра следующего дня раскачивались довольно долго. Пока встали, пока разобрали вещи, пока умылись. Короче, когда мы кое-как вошли в кондицию и пошли на экскурсию к Петронасам, чтобы познакомиться с этими замечательными башенками, то экскурсоводы, водящие на переход башен из кондиции, уже давно вышли. Ну вроде и все. В итоге, отель весьма хороший за свои деньги. Соответствует потраченным на него бумажкам на все 100%. Заселяйтесь и не волнуйтесь. Все будет хорошо. В описании к этому видео есть ссылка и на другие отзывы про этот отель. В нашем туристическом агентстве вы можете без лишней переплаты заказать тур в этот и другие отели. Пожалуйста, обращайтесь, всегда рады вам помочь.